беспристрастно решали судьбу лингвистического университета сегодня в Иркутске. На закрытой встрече присутствовали преподаватели и представители Министерства образования России. Подавляющим большинством голосов решено присоединить вуз к Иркутскому госуниверситету. За такое изменение высказались 276 сотрудников учебного заведения, присутствующих на голосовании. Сейчас дальнейшая судьба студентов и преподавателей в руках Министерства образования и науки России. Именно это ведомство в ближайшие дни должно принять окончательное решение о передаче бывшего филиала Московского лингвистического университета одному из региональных вузов. В процессе рассмотрения вопроса планируют учесть пожелания сотрудников. Стоит отметить, что если присоединение состоится, на баланс ИГУ переведут и весь материально-технический комплекс лингвистического университета.